Приветствую вас на канале «Современные родители». Представляю вашему вниманию подборку лучших мультипекарей для дома в 2023 году. В моей подборке собраны представители всех ценовых сегментов. Смотри видео до конца, и ты точно найдешь что-то для себя. В описании я оставила ссылки на всех участников топа с подробными характеристиками и актуальными ценами. Погнали! Топ открывает Redmond RMB M616-3. Как подтверждают отзывы о данном мультипекаре, он с минимальными энергозатратами способен приготовить завтрак и даже обед с профессиональным качеством. В наборе есть три съемные панели. Они позволяют приготовить рыбу, птицу-гриль, вафли и всевозможные сэндвичи. Корпус выполнен из износоустойчивого металла и прочного пластика. Антипригарное покрытие позволяет готовить пищу без масла. Продукты не прилипают, а поверхность легко очищается влажной губкой. В наличии есть специальный индикатор, сигнализирующий о начале работы. Показатель мощности составляет 700 Вт, что позволяет готовить блюда разной сложности. Прибор имеет небольшой вес и потребляет немного электроэнергии. Пользователи выделяют легкость мытья. После использования панели достаточно протереть и сполоснуть водой. Дополнительно предусмотрена книга с рецептами. Ищешь канал с качественными обзорами бытовой техники и электроники? Подписывайся на «Современные родители». Новые выпуски выходят регулярно, так что не забудь нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Продолжит обзор Sakura SA7420. Компактный прибор станет надежным помощником на кухне. При небольших размерах имеет мощность 750 Вт. На рабочий режим выходит в течение 1 минуты. Жаропрочное покрытие обладает антипригарными свойствами, что улучшает качество готовых продуктов, упрощает уход. Рабочая поверхность разделена на две секции. Модель можно использовать для закрытой обжарки продуктов с двух сторон. Информация о включении и готовности с помощью световой индикации. Корпус не нагревается в процессе эксплуатации. В комплекте поставки 4 съемных панели из металла, которые помогут приготовить гриль, сэндвич, вафли или орешки. Простая и универсальная техника позволит чаще готовить оригинальные блюда. На корпусе иногда можно встретить сколы и вмятины, поэтому рекомендуется внимательно осматривать прибор при покупке. Какие критерии для вас определяющие при выборе мультипекаря? Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Syntec CT1450. Недорогой мультипекарь со сменными панелями поможет приготовить на домашней кухне блюда на гриле, тонкие и бельгийские вафли. Комплектуется нагревательным элементом мощностью 800 Вт. Это позволяет быстро пропекать полуфабрикаты. Корпус изготовлен из термостойкого пластика и металла. Поверхности не нагреваются, защищая от ожогов. Рабочая поверхность антипригарная, хорошо очищается после приготовления пищи. В комплекте сменные легко снимаемые формы. Рукоятки выполнены из теплоизолированного материала, не обжигают руки в процессе готовки. Автоматический замок поможет избежать случайного открывания. О работе оборудования информирует LED-индикатор на верхней панели. Для многих пользователей модель стала незаменимой помощницей. Но перед работой стоит позаботиться об удобном местоположении рядом с розеткой, тем более что у прибора нет выключателя. На очереди Mulinex SW611-812. Удобный прибор имеет прямоугольную форму с закруглением верхней части. В наличии вафельная насадка, позволяющая приготовить венские вафли. Мини-гриль используется для приготовления стейков из рыбы и мяса. Сменные панели отличаются универсальностью и легкостью при эксплуатации. Аппарат можно мыть ручным способом или в посудомоечной машине. Для приготовления блюд рекомендуется использовать силиконовые или деревянные лопатки. Мощность оборудования составляет 700 Вт. Этого вполне хватает для быстрого приготовления продуктов. У сэндвичницы есть индикатор включения и завершения нагрева. При интенсивной эксплуатации могут возникнуть проблемы с замком-фиксатором. Хранить оборудование можно в вертикальном и горизонтальном положении. Пользователи отмечают удобство использования устройства. В наличии есть опции для приготовления бутербродов, вафлей и гриля. Панели легко снимаются защелками. Предусмотрена намотка шнура для удобного хранения.
Хочешь узнать стоимость этого мультипекаря? Загляни в описание под этим роликом. Там я оставила ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. Продолжает наш топ Redmond RMB M731-3 Pro. Присутствие в рейтинге второй модели Redmond свидетельствует о том, что компания выпускает лучшие мультипекарни в своем классе. Оборудование предназначено для приготовления полезной пищи без консервантов. Техника универсальная и может заменить до 25 видов устройств, от контактного гриля для пончик-мейкера до выпекания любимых орешков со сгущенкой. В комплекте идут три сменные панели, остальные 22 в свободной продаже. Пресс-формы имеют антипригарное покрытие, которое позволяет готовить без использования масла. Седьмая серия имеет увеличенные размеры, подходит для большой семьи. За один сеанс можно приготовить 4 вафли. Обеспечивает высокую производительность ТЭН мощностью 1400 Вт. Корпус хорошо термоизолирован, что исключает вероятность получения ожогов. Пользователи отмечают хорошую производительность и равномерность пропекания. Комплектация хорошая, но производитель положил сэндвичницы не самые популярные панели. Это и послужило причиной понижения в рейтинге. Узнать актуальную цену этого мультипекаря, а также любой модели из подборки, вы можете по ссылкам, которые я оставила в описании под видео. Представляю вам Polaris PST0203 Profi Baker. Кухонный мультипекарь профессионального качества. Комплектуется тремя самыми популярными насадками – сэндвич, гриль и венские вафли. Антипригарное покрытие Beator не даст подгореть блюду, позволяет готовить без применения масла здоровую пищу. Блюда хорошо пропекаются, покрываются румяной золотистой корочкой. Ручка изготовлена из термостойкого пластика, не нагревается, защищая от ожогов. Ножки выполнены из антискользящего материала. Контроль температуры осуществляется в автоматическом режиме. Высокую производительность обеспечивает нагревательный элемент мощностью 850 Вт. Два больших индикатора на верхней панели дают возможность эффективно контролировать процесс работы. На модель редко жалуются, что она работает медленно. Одна партия готовится в зависимости от рецепта всего 10-15 минут. Автоматический контроль температуры позволяет избежать пригорания. Закрывает мою подборку BBK ES028. Компактный агрегат позволяет приготовить бутерброды, вафли, овощи и колбаски на гриле. Мощность оборудования составляет 790 Вт. Нагревательные плиты отличаются антипригарным покрытием. При приготовлении можно не использовать масло. Блюда получаются диетическими и полезными для здоровья. В наличии три съемные панели. Благодаря дополнительным элементам мультипекарь можно быстро мыть. Предусмотрена защита от перегрева. Корпус имеет термоизоляционное покрытие. Конструкция выполнена из металла и пластика высокой прочности. Предусмотрены съемные формы для вафель, сэндвичей и гриля. Мультипекарь предлагается в четырех разных расцветках, что позволяет подобрать вариант с учетом интерьера кухни. Пользователи выделяют оптимальное значение мощности. Привлекает и удобство ухода. Панели со специальным покрытием легко поддаются мытью. Можно легко очистить поверхность от жира и пригоревших кусочков. На этом моя подборка подошла к концу. Более подробно изучить все модели из топа вы можете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В комментариях напишите свое мнение об участниках подборки. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте нажать на колокольчик. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!